В этом году в Кустанае проводится средний текущий ремонт дорог. На эти цели было выделено более 3 миллиардов тенге. 44 из 65 улиц уже отремонтированы. Это 70%. ЖКХ отмечает, что все работы идут в срок. На сегодняшний день на территории города Кустаная производится средний ремонт методом фрезерования, средний ремонт методом рециклирования. Выделено 3,3 миллиарда тенге. На сегодняшний день по среднему ремонту методом фрезерования уже выполнение составляет около 90%. Осталась только одна улица, улица Дощанова, по фрезерованию. Ремонт ведется и на внутриквартальных территориях. В планах у коммунальщиков до конца сезона отремонтировать 65 проездов во дворах. Сюда входит и создание новых парковочных мест. Сейчас же работы выполнены на 60%. Этот двор по улице Летунова, по словам местных жителей, ремонта тут не было давно, что было большой проблемой как для детей, так и для взрослых. Парковки тоже на всех не хватало. Мы тут с 2000 года живем. Это дом постройки 96-го, по-моему, да. С 2000 года живем, и у нас ремонт никогда как бы не проводился. Если проводился, то собственными силами. Тут ямы постоянно, тут дети хотя бы катаются на велике, там не покатаются. И они то ямы, то падают, еще что-нибудь. Вот это самое неудобное. Сейчас расширили парковку, там где-то свободных 10 мест. Здесь 5 машин можно, и там машин 10. Так что уже намного, вместо там 6 машин, которые раньше ставили. Все ремонтные работы дорог и внутриквартальных площадок завершить планируется до конца сентября. Успан Кимжанов, Олега Смагамбетова, РТН.